Мы продолжаем работу над проектом по реализации механики подпрыгивания для игр. И в нашей очередной части мы сейчас улучшим прыжок, сделаем так, чтобы кот немножечко двигался вперед. Так как вот в этом примере, еще раз напомню, вот наш кот подпрыгивает и немного-немного смещается вперед. Вот смотрите, я все время подпрыгиваю, и он у нас немного по сцене продвигается вперед. Это естественно, потому что, еще раз повторю, в процессе ходьбы, да, мы можем прыгать немного вперед. На месте это сделать на самом деле не так просто. Это если мы стоим на месте, тогда да. А это будет более такой естественный вариант. И прежде чем я продолжу, должна немножечко подправить то, что я здесь сделала. Дело в том, что давайте посмотрим. Вот идет наш кот, вот он подпрыгивает и опускается немного ниже, чем он начинал. В принципе, может быть, это и не так страшно, но если мы представим, что это в глубину у нас имеет такой там, как бы эффект 3D, то получается, что он еще и немного в сторону сдвинулся. Как исправить эту оплошность? Да всего лишь так, чтобы он опускался вот в вот эту координату, минус 71, то есть не минус 83, а минус 71. То есть он слишком низко у нас опускается. Давайте проверим. Вот теперь он откуда прыгнул, туда и опустился. Теперь все точно. Мы не можем здесь использовать блок положения Y, потому что положение Y мы меняем. Итак, нам нужно сделать так, чтобы он немножечко двигался как бы вот так вот по дуге. То есть он, когда подпрыгивает, он сдвигается немножко вперед. И когда опускается, он тоже сдвигается немножко вперед. Что это значит? Это значит, что в принципе прыжок должен быть немножко со смещением положения X. И мы можем это смещение, в принципе, задать даже через какую-то переменную, для того, чтобы потом подобрать наиболее оптимальный вариант. Ну, давайте так и сделаем. Добавим переменную смещение. И сразу зададим эту переменную в самом начале. Ну, допустим, пускай на 3 условных пикселя он сдвинется вперед. Тогда здесь у нас должна быть не положение X, а сумма. Положение X плюс смещение. Ну, давайте, допустим, добавим это только здесь, потому что, в принципе, когда мы опускаемся, мы уже особо не перемещаемся вперед. Это значение смещения может быть одинаковым, может не быть. Это нужно уже думать в зависимости от скорости. Это уже отдельный вопрос, касаемый физики. Ну что, проверяем. Вот он очень-очень-очень немного, постепенно передвигается у нас вперед. Ну, давайте добавим такой же блок, продублируем и сюда. А это выбросим. Проверяем. Вот, возможно, такой вариант, он более естественный. Хотя для некоторых игр он может быть неподходящим, потому что когда наш кот достигнет правого края сцены, нам надо будет подумать, что делать. Либо завершать игру с каким-то подсчетом очков, либо позволить коту переместиться на другую локацию, например, чтобы он телепортировал в начало. Тоже как это делать, я сделаю ссылку на урок. Когда у нас кот гуляет по сцене, он может потом начинать свое движение с самого начала. Но я думаю, что те, кто знает Scratch, они могут догадаться, как это сделать. Ну и для того, чтобы нам не мешала эта переменная на сцене, мы ее просто скроем. Итак, мы сделали одну модификацию, одно улучшение. В следующей части мы еще лучше сделаем вот эту вот механику. До встречи в следующей части урока. Сделайте то, что мы сделали здесь, сейчас. Попробуйте. Поэкспериментируйте со смещением, с координатами и продолжайте двигаться вперед.